ТОСе в Казнергосбыт подвели итоги деятельности за прошлый год, рассказали об основных финансовых показателях и поделились планами на 2015. На публичных слушаниях о деятельности субъекта естественных монополий побывала Ольга Загоруйко. Основные виды деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Сивказэнергосбыт» – снабжение североказахстанцев тепловой и электрической энергией. Обслуживает предприятие более 230 тысяч абонентов. На публичные слушания пришли самые активные из них. В основном это председатели КСК. Вера Суслова руководит 108-квартирным домом по улице Мира уже 5 лет. Она отметила положительную динамику развития компании. Нужно сказать, что слушания, которые проводятся в городе ежегодно, они очень полезны, они выявляют очень много проблем. Ну а те вопросы, с которыми мы обращаемся в течение отопительных сезонов, стараются решать. Для удобства населения в прошедшем году в ТОСе в Казэнергосбыт реализовали возможность передачи показаний приборов учета по интернету. Услугой «Личный кабинет» на сайте компании пользуются 400 абонентов. На прошлой встрече мы ставили перед собой задачи определенные, мы их выполнили. Так, с июня 2014 года у нас для потребителей доступна новая услуга «Личный кабинет», благодаря которой наши потребители имеют возможность самостоятельно ознакомиться с начислениями, задолженностью, сформировать счета на оплату. В течение 2014 года увеличилось количество пунктов приема платежей, усовершенствован контакт-центр. В планах на текущий год продолжить работу по улучшению качества предоставления услуг. Мы планируем ввести такую услугу, когда потребитель может подать заявку на обследование показаний приборов учета посредством личного кабинета. Кроме того, мы планируем ввести, чтобы юридические лица могли вносить в личном кабинете показания по водомерам. В течение прошлого года затраты компании составили 13 миллиардов 213 миллионов тенге. Доходы от основной деятельности не превысили 12 миллиардов 863 миллионов тенге. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков, новости МТРК.